Actually, I'm sorry, I don't know whether I should speak English or Russian, because my impression is that the most part of participants in this session are Russian speakers. But anyway, I'll maybe announce titles of the talks and the names in both in two languages. I will help the translators, the interpreters who are working hard. So I'll give them a hand. Мы открываем нашу сессию, и мы находимся немножко в трудном положении, потому что у нас, кажется, нет времени на вопросы, если я правильно понимаю. Потому что у нас есть полтора часа, в отличие от того, от предыдущей сессии не два, а полтора, и, соответственно, шесть докладчиков. Поэтому я думаю, что мы будем очень строго следовать регламенту. Если останется там какая-то минута другая на вопросы, тогда мы эту минуту другую используем. I'll try to say this in English. We are in a difficult position because we have six presenters and 90 minutes, so practically we don't have any time for questions. But in case we have, if we have 1 or 2 minutes for questions, we'll try to use them for questions. So be ready with your questions. Hopefully we will have maybe some time for them. The first speaker, the first presenter is Olga Kazakevich. What's the English title? The English title of this paper, this presentation is Representation of the Small Languages of Siberia, the Internet as a Mechanism for their Support and Presentation, State of the Art and Potential Prospects. Ольга Анатольевна Казакевич, ведущий научный сотрудник в лаборатории недавно совсем созданной исследований сохранения малых языков Института языка знания Москва. Присутствие малых языков в Сибири и в интернете как один из механизмов их поддержки и сохранения, современное положение и возможные перспективы. Спасибо. Но у меня англоязычные знания, поэтому я думаю, что если кто-то не понимает по-русски, то понятно будет из слайда. Языки Сибири, вот они, а я буду говорить только о самых, о самых миноритарных языках, что у таких крупных, я бы сказала, языков, как якутский или бурятский, у них они представлены в интернете гораздо лучше, чем языки, про которые я буду говорить. Но тем не менее и языки коренных бурятских народов тоже в интернете на сегодняшний день каким-то образом представлены. И эта их представленность, на мой взгляд, очень важна. Еще несколько слов в качестве предисловия скажу, потом я расскажу о том, как представлены миноритарные языки, малые миноритарные языки, я так скажу, в Сибири в сетях, соцсетях, в конкретной одной соцсети, которая исследовалась. И потом скажу, как представлены те же языки на сайтах, интернет-сайтах, и немножко маленькое будет заключение. Это локальная группа, где эти языки используются, идет процесс языкового сдвига, и различие только в скорости этого сдвига между группами и в стадии, на которой, соответственно, язык находится, на которой процесс языкового сдвига находится. Для того, чтобы у языков коренных бурятских народов было будущее,
абсолютно необходимо, чтобы они ассоциировались не только с традиционной экономикой, с традиционным образом жизни, с традиционными культурами этих народов. Это очень важно, но это в некотором роде наследие прошлого, оно замечательное, оно драгоценное. Но эти языки должны быть также инструментом коммуникации, средством коммуникации в современном мире. А в современном мире у нас многое определяет существование интернета. Интернет влияет на нашу жизнь и определенным образом его структурирует. И вот коммуникация в интернете, она имеет, особенно для вот малых языков, не только практическую, но и практическое, но и символическое, я бы сказала, значение. Наблюдение неоднократное в разных группах этнолокально. Ну, вот когда бабушка что-то там пытается рассказать, внуки часто просто машут рукой, проходят мимо, торопятся. Но когда ее истории, ее рассказы появляются в интернете, молодые люди чувствуют, испытывают совершенно другие чувства. Они испытывают чувство гордости, они стараются показать, рассказать своим товарищам, что вот его бабушка там, и ее бабушка, она вот в интернете, вот там посмотри. Так что вот такая волшебная сила интернета, она действительно имеет место. Вот, значит, языки коренных малочисленных народов Сибири присутствуют в интернете, на веб-сайтах и в социальных сетях. Вот я скажу про одну социальную сеть, которая исследовалась в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Там был такой проект, и он, во всяком случае, как проект, он закончился, поскольку он был трехгодичный, но вообще сама работа продолжается. Вот Орехов, он руководитель был работы, он, прежде всего, программист, и это была его магистрантка, которая сделала некоторую часть работы, и, собственно, результаты того, что она сделала, я сейчас очень быстро изложу вот ту часть, которая касается языков коренных малочисленных народов. Всего обнаружено было, но они досчитали все языки, все миноритарные языки России, а это все языки, собственно, кроме русского. Вот. И они обнаружили в интернете 43 языка, материалы, ну вот в сети. Исследовали они сеть ВКонтакте, поскольку она наиболее популярная в России. И выбирали они вот группы ВКонтакте, где используются языки, абсолютно автоматически сдавали некоторые списки слов. И дальше, ну вот списки они, конечно, не автоматически составляли, а дальше автоматически искали группу, где вот как-то эти списки или часть этих списков присутствовала. И вот для 30 языков были найдены группы с использованием этих языков вот там, в сети ВКонтакте. В целом была найдена 1633 группы, и в них, в которых содержался, по крайней мере, один текст на миноритарном языке. И вот эти вот группы рассматривались. Ну, безусловно, большинство языков, присутствовавших в этих группах, были то, что мы называем языки республиканские. Большие, да, элитарные языки, такие как татарский, якутский, удмуртский, вот и удмуртский очень хорошо представлен, ну, татарский, якутский тоже. Но было несколько и языков коренных малочисленных народов, и вот среди них чукотский, ивенкийский, тундровый ненецкий, нанайский, нивский и южный дюкагирский. И вот по количеству групп ивенкийский язык, он всех превзошел из вот, языков коренных малочисленных народов. Текст
Ты в группах, они не только на языках соответствующих, но и на русском языке. И для большинства групп вот, коренноглаческих народов, где языки коренноглаческих народов присутствуют, тексты на русском языке, они превалируют, а их объем больше, чем текст, объем текстов на миноритарных языках. Вот единственный язык из языков коренноглаческих народов, где текстов на этом языке больше, чем на русском, это тундра-мненицкий. Ну, это отражает вообще уровень сохранности языка, уровень владения языком у немцев самый высокий среди языков Сибири, языков коренноглаческих народов Сибири. А тексты на да, еще, значит, что было найдено, первое. Второе, вот тексты на языках коренноглаческих народов в основном очень короткие, примерно 5 слов всего. Географически члены групп в основном живут в городах. И это очень понятно, потому что в маленьких населенных пунктах довольно плохо с интернетом, часто бывает. Ну, и вот, соответственно, для Ливского и Южного Ипогерского там вообще все члены группы живут в Санкт-Петербурге. Теперь по сайтам. Сайты, которые сайтов довольно много сейчас в интернете сайтов, которые содержат материалы по языкам коренноглаческих народов Сибири. Но по преимуществу это сайты специальные, лингвистические. И довольно сложно ими пользоваться носителем языка, во-первых, потому что сложное программное обеспечение, доступ к сайтам. И, в общем, они и нацелены на, большинство этих сайтов нацелены на научное сообщество. И я нашла только 5 сайтов, которые нацелены, ну, вот, у которых адреса не только научное сообщество, но и вообще вот широкая публика, в том числе и носители, и не носители тех языков, которые представлены на этих сайтах. И это 2 замечательных сайта, которые изначально делались, вот, начали были в Якутии, это Эвенгус и Эвенкитека. Ну, я просто, видимо, это известный здесь сайт, там написано про них. И 2 других сайта сейчас делаются, вот с 16-го года работа над ними начата, Благовещенский в Амурском университете государственном. И еще один сайт, который мне близок и дорог, потому что он сделан в нашей лаборатории. И, лаборатория автоматизированных лексикографических систем – это вот «Малые языки Сибири. Наше культурное наследие». И этот сайт изначально, он в 2012 году запущен, и изначально проектировался как сайт, который направлен как на научную общественность, так и на носителей и не носителей самого языка. Ну, вот я пропущу, здесь у меня написана какая там информация, просто я всех приглашаю на этот сайт зайти. Там есть много всего и для научной общественности, и для учителей, между прочим. И должна сказать, что вот отклик очень большой у нас по посещаемости. На первом месте Москва, а на втором месте Красноярский край. То есть это вот те поселки, в которых мы там работали. И Ямало-Ненецкий дальше идет, автономный округ. Ну и поскольку вот я, это, соответственно, страница, значит, сайта о проекте первое. И там есть сейчас, во всяком случае, мы работаем над англоязычным зеркалом этого сайта, уже там кое-что сделано. Ну, карта поселков, социолингвистическая информация по всем поселкам. На сегодня там 55 поселков представлены.
представлено. И некоторые заключения. Во-первых, это то, что мы сейчас видим появление языков коренных благочисленных народов в Сибири в интернете, и это замечательно. И второе, это возникает новая коммуникативная сфера, где могут использоваться эти языки, и где у них есть хороший шанс на будущее. Спасибо за внимание. Спасибо. Thank you. Our next speaker, I suggested to you take notes from related questions and keep these questions to the end of the session. Hopefully you'll have 1 or 2 minutes for questions at the very end. The next speaker is Dr. So Kang, professor from Hankook University of Foreign Studies, Seoul, Korea. The title of the paper, or the presentation, is Altaic Language Family in Sakha and I have a problem with this abbreviation. Hopefully it stands for university. Yeah, so that's the Northeast Federal University, right? Yeah, it's the Professor at the Metal University. I thought this is part of the title. Spoken in the continent of Central Asia and Siberia,
Окремо во попе, атиленџис пембрени блуза, фолк, друг, чуваш, монгол, манч, ен, тунгусик, ленгдис. Хајо, веднаш кориен, ленгдис belongs to this family, вона is still controversial. Most of other languages are spoken in Russia. In the period of the Soviet Union research, research on other languages has been carried out mostly by Russian scholars in Moscow and using native languages speakers as informants. Especially in 1930s, Russian linguists had made enormous contributions in compiling the grammars of minority languages and composing the alphabets based on, at first on the Latin system and later on the Cyrillic system. And Turkic languages are spoken in Russia table. So next. And also Mongol languages such as Oirat, Kalmyk, Mongolian Buryat, also spoken in Russia. And Tungusic languages, exclusively spoken in Siberia and Manchuria. But these languages are on the verge of extinction. Here I have a very much interest in these languages because we have a kind of a hypothetical imagination of Korean languages are related to Israel, related to these groups, but so far as it's kind of a hypothetical. So. I like to introduce some main characteristics or characteristic features of the anti-Leninists. These are an absence of concentric clusters in the initial position, an absence of initial R and L, and vowel harmony, and agglutination, and use of postpositions instead of prepositions, and no vowel kind of to have, and also comparative forms of adjectives with the ablative, and also occurrence of modifiers before modified words. Yes. These criteria are not enough to scrutinize the internal relations of linguistic properties in other languages. But it is also difficult to proceed the study beyond these features because of the lack of reliable evidences, contrary to Indo-European languages family. Thus, in the study of other languages, the comparative method is necessary to find the linguistic affinities by synchronically comparing lexicon, grammatical structures, and the morphological properties of languages. Recently, the assumption that Korean language belongs to the other languages has been challenged by the reason of the lack of reliable evidences. But the final tables and examples provide the possibility to infer the relativeness of Korean language with the Tungusic languages. These covenants, so far I found, we should scrutinize more carefully just this. First stage of comparative study, and Stone, Jollo, Ebenki Eben,
many, also the clothes and the woman, ASI, still in Korean language, we use ASI. It's almost, this ASI is in Korean a polite form for the woman. Clothes, oi in Korean, ot. And verbs, take, gami, gadai, in Korean, gajida, approach, privileged, dagami, daga, gada, daga, oda. Взять, hold, the zabami, это in Korean, zabda. And adjectives, there are sweet, sweet, 달디, 달, it's the same. And near, the daga, and also some other lexicons. And also affixes, infinitive suffixes for all. Even language, die, they, the Korean, da. And for the lexicon, also, da, and also the Korean, da, do. I wrote some article about with the plural suffixes in the second law, dul, it is still used. And I show some sentences here. The synthetic distribution of plural suffixes I used in Eventi, in Korean, the same suffix for plural used for the comparative. And more interesting is the embedded phrases. Here, he knew that I feared. Embedded sentences means in alternative languages, such as Latin languages, embedded clauses are represented by morphological devices and by their fixed position in sentences. It's 내가 겁먹은 것을, 야구트, 민부터 문분, 에벤기, 민 앵엘에 붙이면, 에벤, 민 앵엘에 those are embedded phrases. They are placed in the within the sentence between the subject and predicate. I will show it again. Here, embedded sentences. Here, subject, main subject, and main predicate on the edge of the sentences. And in the center, embedded phrases in the same. Also, the grammatical structure is the same. The founders of the hypothesis of the Altai language family opened the extensive ground of linguistic research on the Altai languages in the early 20th century. And all the minority languages spoken in Soviet Union have been equipped with new alphabets made on the basis of a Cyrillic alphabet in 1930s. Since then, lots of dictionaries and grammar books have been published, but such endeavor failed to lead to further development of a typological study of Altai languages. There may be various reasons for it, but the lack of a collective center to lead the study of Altai languages may be the most serious reason. Of course, collective studies
have been carried out in the forms of conferences, forums, or seminars. WAFL is one of the representative conferences in this field. But such conferences or forums have been concentrated on theoretic approach to individual languages rather than to typological approach based on comparative method. More is necessary for linguists to cooperate on the common topic across the border of languages. In the territory of the Republic of Sakha Yakutia, around 140 languages exist. This number enables the main Altai languages. Having has a status on official language in the Republic of Yakutia, Sakha, but in reality they are using it as an instrument of communication. But in Northeast Federal University, these languages, along with the Chukchi and Yukagin, are taught. Besides, the Linguistic Society of the Northeast has been organized in 2012 on the ground of UNEF. It has organized annual conference, domestic and international, publishing the journal Language, Communication and Culture. In the face of extinction of minority languages, it is urgent to promote the collective study of Altai languages, especially Tungusic languages, to preserve their linguistic heritage in future. In 1930s, the Soviet authorities, now in the beginning of the 21st century, we need to take the second stage of effort to develop the achievements of the 20th century to the higher level of academic proliferation. It may be expected that the second stage of effort would eventually bring solid linguistic evidences for the relativeness of Altai language family. The proper place to become a center to lead the second stage of effort is Northeast Federal University, which has a structural infrastructure in the university, linguistic environment in society, and willingness of the authority to take the mission of the times. If the research center of Altai languages could be established at the campus of NEP, it would be the first step to bring significant results in the study of Altai languages. Mokhtar. Thank you. Please get ready with your questions for the end of the session. Just to remind you, the next speaker is Nikolai Nikitiev, from the director of Research Institute for Altai Studies, named after Surat Zakov, from Gorno Altaisk, Russia. Welcome. Добрый день. Я вашему вниманию подготовил доклад о деятельности Института Алтайских имени Суразакова. Это научное учреждение находится на территории Республики Алтай, Российская Федерация, Юго-Западной Сибири. И о теме деятельности, очень коротко, деятельности института по сохранению развития алтайского языка и его диалекта. Но просто хочу сказать, что Республика Алтай один из субъектов Российской Федерации, и как и многие субъекты Федерации, отличается многонациональным своим составом. Но по времени 2010 года в нем проживали представители порядка 90 народов или этносов. Но основными из них являются русские, сейчас они составляют большинство, где-то порядка больше половины населения республики, затем идут алтайцы, которые включают свой состав субэтносы или территориальные группы, значит, тилигитов, туваларов, чаканцев, и кроме того есть еще две группы, которые исторически
и территориально живут, большинство, кто живет за пределами республики. Это кумандинцы в Алтайском крае и интеллекты, это Кемеровская область. Значит, ну, уже вчера докладывали сообщество субъекта федерации, как правило, два государственных языка, кроме русского языка, но в данном случае это алтайский язык. В 1993 году, согласно закону о языках народов, проживающих на территории Республики Алтай, имеет статус государственного республики. Но вот, переходя на деятельность института алтаистики, хочу сказать, что в начале 21 века, ну, точнее, последние 7-10 лет усилия языковедов, литературоведов и фольклористов была направлена именно на изучение и сохранение алтайского языка и его диалектов в разных ракурсах, не только лингвистические, но и в плане традиций, речи народной, то есть мы так говорим, устное народное творчество, фольклор. Также уже профессиональная, значит, литературная форма – это произведение авторов второй половины 20-го века и начала 21-го века. Ну, кроме того, значит, этнография, исследование истории и так далее. Ну, я хотел бы обратить внимание на их крупных работ, которые удалось выполнить за последние 5-7 лет с сотрудниками нашего института. Прежде всего, это, конечно, русско-алтайский словарь в двух томах. Так, это надо переводить. Прошу внимания. Но, конечно, тут были приложены усилия не только сотрудники, но и коллег из других научных центров Новосибирска, Москвы. И вот благодаря вот этим объединению сил удалось это духовность издать. Хочу сказать, что это словарь для нас очень важный, потому что со времени выхода академического словаря русско-алтайского, это Николай Александрович Паскар, языковед его знает, это был 64-й год. Вот. Были словари, но они были на несколько такого плана, что академический фундаментальный словарь сделан как раз таки в 2015 году. Далее, значит, с небольшим перерывом был уже в 2018 году подготовлен и издан алтайско-русский словарь. Это примерно 16 тысяч слов. Тоже примечательно тем, что после выхода последнего словаря, такого порядка, как Байрос-русский словарь, 47-го года, такого словаря еще не было. То есть это восполнение упущенных моментов исследования алтайского языка, скажем. Здесь также подошли основной костяк сотрудников нашего института, но тоже привлекали языковедов, специалистов из других институтов, тоже Новосибирск, преимущественно коллеги из сектора языков народа Сибири, Института филологии, Сибирского отделения Российской академии наук. И еще одна работа примечательная. Также вот получилось, что со временем издания грамматик каких-то прошло довольно-таки много времени. В 2017 году удалось издать грамматику современного алтайского языка, раздел морфология. Объем это свыше 36 опечатанных листов. Ну, здесь мы тоже по такому же пути пошли, привлекая коллег-специалистов извне. Ну, в частности, вот русско-алтайский словарь – это доктор наук, профессор Шеренкова. Любого, у нас специалисты его знают, институт языкознания РАН. А вот грамматики мы привлекли, значит, Невскую тоже, доктор, ну, профессор
национальность работы Новосибирск. Рецензенты были у нас достаточно серьезные, известные в ученом мире специалисты. Дубовна, Сигурд, Широбокова. Ну и еще одну работу хотела сказать, что это правило орфографии Армена Алтайского. Он имеет такой практический выход, потому что последние, особенно, скажем так, время постсоветское, 90-х годов, когда вот прессе, телевидение, радио, разных изданиях, значит, появились очень много слов, которые, в общем-то, не укладывались в те нормы, которые были выработаны в советское время, в 70-х годах. И вот такой вопрос возник, проблема актуализировалась, и было, как сказать, поручение правительства нашей республики, потому что там разобраться и вести некие единообразия, что единый подход орфографии современного тайского языка. Этот проект мы в июне месяце завершили, сейчас идет редактирование, и к концу года мы его издадим. Соответственно, это, поскольку нормативный характер имеет, то это правило орфографии проходит процедуру. Это семинар, круглый стол провели с участием специалистов, учителей, там, людей, которые так или иначе связаны со сферой функционирования алтайского языка. Ну и общественная палата республики тоже такой элемент есть, который необходимо пройти, чтобы потом получить как бы нормативную основу утверждения правительства республики. Ну это, в общем-то, мы с этой задачей справились. Сейчас на второй половине года осталось со словами, орфографии, значит, орфографические слова современного алтайского языка. Вот. Но это самые основные крупные работы, связанные вот с изучением алтайского языка и его. На директный момент здесь как бы идут глухо, посредственно несколько. Основная оценка делается именно на алтайском языке. Вот. Но хотел вам еще сказать следующее, что в плане сохранения языка, его диалектов, немаловажное значение имеет изучение вот этого устного наследия, эпос и другие жанры фольклора. Здесь, конечно, у нас работа тоже большая, проводится серии, это эпические произведения. С 1958 года на алтайском языке приходит. И вот в 2004 году мы запустили двуязычную серию «Алтай» с переводом на русский язык, это «Памятники», эпос устного, эпическое произведение. Здесь, конечно, это имеет для нас, по нашим представлениям, большое значение, потому что там как раз вот это богатство языка, все его та традиция, которая существовала, по крайней мере, до начала 20 века, они уже зафиксированы в этих произведениях. Но также у нас еще одна серия это, в этом направлении, это «Сказочный мир Алтая», по которому идут издаются произведения на алтайском и двуязычные издания, ну, на алтайском и русском языке. Вот. Вышли и проведены уже ряд таких прикладных, сфере, например, фиксации сферы современного состояния обряда фольклора алтайца, оцифровка, лингвистическая обработка архивных материалов по диалектам алтайского языка, значит, и так далее, более конкретные темы. И у нас после объективного обстоятельства исследования по литературе как бы были приостановлены, и вот с 2017 года вновь возобновлены. Изучается, я уже говорил, творчество писателей, значит, второй половины 20-го, начало 21 века. Ну вот эта информация для вас я сказал, почему? Для того, чтобы в мире, конечно, произошла такая ситуация, что мы, как бы, ученые-исковеды, характеристы оказались как бы
как правильно переписывать, борьба языковым богатством, разнообразием, диалектом, в данном случае алтайского языка. Вот самое главное, что мы там все дублируем. Вот у вас диск у нас, диски выпускаем, аудиозаписи. Проводят исследования по языкам,
работу на изучение и сохранение языков коренных малочисленных народов Севера. Один из таких проектов – это диалектологический атлас осетинско-угорских и самодийских языков, распространенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Целью проекта является создание электронного ресурса по ханты-мансийскому, мансийскому и немецкому языкам с учетом диалектов, распространенных на территории округа. Атлас состоит из двух модулей. Первый модуль атласа является картой, которые дают возможность получения мультимедийного картографического представления материала по 84 населенным пунктам Югры. Вторым модулем являются словари по ханты-мансийскому, мансийскому и ненецкому языкам. Словарь создается с учетом диалектных особенностей языков, распространенных на территории округа. Структура словаря позволяет применить поиск по нескольким полям, по лексеме, по ее краткому переводу, по частям речи, по населенным пунктам. Структура словарной статьи позволяет выделить в ней основные типы информации о слове. Лексема в начальной форме, транскрипция слова, указание на часть речи, этимология слова, примеры употребления, название населенных пунктов, где используется. На сегодняшний день в атлас занесено более 1000 словарных статей. Работа с атласом. Выдача на поиск запроса доступная информация о распространении лексемы по населенным пунктам. Реализованы гиперссылки между модулем карты и словарной статьей, словарем модулем, словарным модулем, что позволяет быстро перейти к найденному словарной статье, найденной на карте. Также имеется возможность получить мультимедийно-картографическое представление по одному языку или по нескольку. Заявленный проект послужит основой для сопоставления языков друг с другом, а также для сравнения описанных диалектов с диалектами, распространенными за пределами нашего округа. Одним из основных и постоянно пополняемых ресурсов нашего института является электронная библиотека, которая содержит рубрики «Библиографические указатели», «Монографии», сборники, учебно-методические издания, книги детям, словари. За 25 лет институтом было опубликовано более 400 монографий, подробных сборников учебно-методической литературы. Хорошо, спасибо. С 2011 года в институте у нас издается журнал «Вестник Угроведения», научный журнал, который с 2015 года включен в перечень высшей аттестационной комиссии лицензированных журналов. Также с 2019 года он вошел в базу цитирования «Скопус». Журнал работает по двум направлениям – это исторические науки, археология и филологические науки. Обско-Угорский институт постоянно отслеживает… Обско-Угорские языки относятся к младописьменным языкам и находятся в постоянном развитии. Поэтому мы анализируем ситуацию с преподаванием, в частности, ханты-мансийского языка в школах. Так, например, из 6 школ с преподаванием казымского диалекта в школах используют разное количество, разные алфавиты. И количество букв алфавита варьируется от 28 до 45. Данная ситуация ставит на повестку дня задачу о единых принципах графики ханты-мансийского языка. На официальном сайте института прикладных исследований и разработок проводится анкетирование о новой графике ханты-мансийского языка казахского диалекта. Все вопросы данной анкеты даются на ханты-мансийском языке, дабы исключить погрешность. Результаты таковы. На вопрос, нужно или нет звуки ханты-мансийского языка отмечать на письме отдельными буквами, 228 человек из 231 ответили положительно. Еще один из вопросов был такой, согласны ли вы, если писать одинаково, то это
способствует сохранению языка. 232 человека из 234 ответили утвердительно. Есть необходимость усовершенствования письменности английского языка. В настоящее время обусловлено тем, что в лингвистике накопилось достаточно знаний о принципах создания графики и орфографии вообще, и об особенностях английского языка в частности. Поэтому обсуждение основных принципов графики и орфографии на современном этапе носит не стихийный интуитивный характер, а опирается на богатый предшествующий опыт и научную теорию. В настоящее время наш опыт обладает значительным языковым и научным потенциалом ученых филологов, и самое главное желание носителей языка сохранить свои родные языки. На этом этапе одной из задач стоит утверждение единого принципа графики английского языка. На эту задачу обратила внимание наш губернатор округа Наталья Владимировна Комарова. И мы надеемся, что утверждение алфавитов наших миноритарных языков в 21 веке будет новым этапом сохранения и развития языка. Спасибо. Помощи. I think it's about the geography.
maniacs claims that heavy loss of life in the Second World War linked with soldiers' inability to comprehend orders given in Russian. So what changed today? First of all, education. More than 50 years ago, citizens from countryside of Yakutia sent their children to learn to Yakutsk. There was no schools everywhere. Second one is television. The fact that television entered every house in the village increased the importance of the Russian. Even if the parents speak Yakut at home, the children understand Russian very well because of the television. I have observed that in many villages children play games in Russian. Also, they act like superheroes and they communicate with each other in Russian, but they know language very well. This is important to show the impact of the cartoons on children. Third one is kindergartens. Kindergartens are very effective about the language attitudes of Yakut speakers. I will tell you about Ruslan here. Ruslan is a boy from Kitarinsky Naslek, Kangalaski Ulus, and he is my godfather. He asked me, what is your name? And I said, my name is Hasan. He didn't understand it. What is it? Aysen. He said, and I like it. My name is Aysen in Yakutia. He was speaking Yakut very well 2 years ago. But last year I visited the same place again, but he no longer speaks Yakut. His friends said that after a year in a kindergarten he stopped speaking Yakut, but understand very well. Ruslan is not the only one, also Ayina, a little girl from Güyeli, Kangalaskos, stopped talking in Yakut after the kindergarten. Why do children stop speaking the Yakut? First one, family pressure. One of my friends, Alyosha, said to me, when he was in Petersburg, he is used to speaking Russian. His family warned him many times to speak Yakut. Right now, he doesn't know even a Yakut word as a reaction. Also, he doesn't know anything about culture. Second one is feeling ashamed, discomfortness. Some children said that when they spoke Yakut, the other children laughed at them in the kindergarten. This made them leave their mother tongue. Now I want to speak about Yakut national consciousness. Yakut national consciousness is completely based on the language. If one speaks Yakut fluently, this is enough to call him as a Yakut. Appearance doesn't matter. I also experienced this personally. When they see me speaking Yakut, they ask me, are you Yakut? Appearance doesn't matter. The other title is Yakut as a grandmother tongue. It would be more correct to call Yakut language as grandmother tongue instead of mother tongue, because mothers are working somewhere and grandmothers teach the language to the children. Children who do not have the chance to improve their language skills in the city go to taiga in summers and improve their speaking skills. The language spoken in taiga is more developed than in the city. For example, about some words, courses and tools. For example, two-year-old fall. Juro, ambling course. Inahot на русском языке. Kulun, 1 year old horse. And about tools, kadama, big long pitchfork. And choforon, small axe. The person who lives in the city doesn't know
Still maintains its powerful position in Taiga. Almost everyone knows Russian and Yakut. There is no difference between Russian and Yakut in Taiga. Especially in the middle Lena district, Russians and Yakuts live together. The people of the region call these Russians Yamshiki or Jam. These people sent to the region by Tsar centuries ago. The Russians of the region are bilinguals. At least everyone can understand Yakut language. If a person from the region cannot speak Yakut, speaks Russian, and the other one answers in Yakut, and communication takes place smoothly with two languages. One of the Yamshik. Russians of the region separate themselves from the Russians living in the city. Tongmuncha, frozen Russian, is a phrase used for Russians who do not speak Yakut, and this phrase has no negative meaning. Russians of the region say in a humorous way for city Russians, Kineler Tong Vigi Irene Perfit. They are frozen, but we are moved. The Yakut spoken by the Russians of the region is in some aspects more archaic than the standard Yakut. For example, standard Yakut Koba, Kavit, but in Yamshik dialect, Tabuskan, from Old Turkic, Tabushkan. Standard Yakut Mus, Ice, but in Yamshik dialect, Buz, and it is from Old Turkic, Buz. I want to speak internet and social media attitudes. Saha people generally correspond in Russian on social media. There are several reasons for this. First of all, they say that it's easier to speak Russian on social media. This is probably a habit. Sharings on social media are usually in Russian. They explain the reason for this as reaching out to a wider audience. Speaking Yakut is considered outmoded among some young people. Once a young girl said to me, "You are speaking like my grandfather," to me, when I speak Yakut. Language attitude and internet, code mixing and code switching is very common in social media, code mixing example. Ки духа уйдет, когда суриан да совет кюрпиолору тара ато. You see the red words. Подробно объясняю кепсиям. In detail, I will tell him in detail. Also in code switching. Отрете бюте дойти, олин дана, руки в брюки. Дороболун анонимно опубликуйте. Я подстос about their language. They think their language is so difficult. Because of this, children doesn't know the language. Some things we have dictionaries, our language never be lost. There's positive comments. Language situation is better compared to past. Now even the doctors speak Yakut. What should be done for children? Cartoons for the children in Yakut. Maybe translation. Language camps for the children who doesn't know the mother tongue. Language Olympics, maybe written materials for children. Education in family. And TV programs for children.